Саша это... Большой ребенок. Фантазер, великий затейник. Больше таких не встречала в жизни. Олександр Спаренський свою книгу «Буття» пише нотами. Это огонь, это роскошь, это праздник, это всегда темп. Это всегда хочется жить рядом с ним. И хочется думать, что ты тоже с ним в одной струе и в таком же темпе. Это шикарно. Композитор не побоявся присвятити усі сили і час улюбленій справі. І досяг успіху, не відмовляючись від задоволення бути собою. Остерігайтесь коварної безвільності, не вірте. Напомніть, що ви моя любов. Виховання свободою – найкращий подарунок люблячих батьків. Я віддав, що в нього хороший слух. Ну, то я почав з ним займатися по фортепіано немножко. Я преподавала музику, у мене були ученики, іноді приходили домой, грали, так на Сашу це, понимаете, теж мало влияние. Так я кажу, давай, я тебе буду учити. Ну, я з ним стала, іграя, понимаете, його. Играя, приучила его садиться к инструменту. Играя, начала с ним учить ноты. Я хотела его заинтересовать, чтобы он сам захотел садиться, играть, заниматься. Мой муж тоже был по характеру такой, взрывчатый такой бывает. И вот у Саши такой же характер. Потрібен широкий вибір, аби скласти теплі стосунки з життям. Диктаторський метод виховує стадо виконавців. Індивідуальний творчий підхід до особистості – генія. Він взагалі поражає своєю безумною активністю. Він чоловік будущого. Ще з 12-річного віку Олександр почав будівництво свого особливого шляху. Хлопець завжди вирізнявся на фоні однокласників. Перш за все, своїми бажаннями. Саша прийшов до нас в клас. Я побачив, що він так був таким же, яким ми всі. Школьники 60-х років. Он прекрасно сдавал все, он вообще, у него просто язык подвешен, было очень нормально так. Кроме того, что он вообще ничего не учил, вообще не увлекался как бы учебой. То, что мы зубрили, там учили, он все а-ля прима, на ходу он хватал и тут же отвечал. Ему стоило вот стих выучить вот так вот, за 15 минут он на перемене он сдавал этот стих. Это был фантазер, великий затейник, потому что вне стен школы это мы путешествовали по заброшенным пещерам, тогда Лавры Киевской, там мы искали туннели какие-то под Днепром. Сашка был как-то взрослее других, вот. Просто то, что это не на материальное, тогда это же было нереально. Но что-то у него было главным в жизни. И что это, я узнал уже только после более близкого с ним знакомства. Это музыка. Битлз это мы так слышали только понаслышке. А когда Спарик появился, мы только вот начали познавать, что это такое. Эта музыка нас вообще поразила. Когда он играл вживую ее на фортепиано своем. В 60-е годы это синтезатор у него в доме. Это стереомагнитофон, первый советский бытовой, Юпитер стерео. Но его девушки, конечно, любили, вот, поскольку кого, как не любили. Его музыка завораживала всех, и, конечно, девушек, женщин прежде всего. Спаренський не може вдовольнитися лише однією формою мистецтва, щоб відправити свій меседж. Простір кінематографу спокусив майстра ритмів своїми безмежними стрибками у просторі і часі. До того ж, «Будинок кіно» – давнє незмінне місце зустрічі метрів українського мистецтва. Композитор Олександр Спаренський і режисер-постановник Валентин Мисливий, підхоплені мистецькою хвилею, вирішили собі поміркувати над вдалим музичним оформленням для кінострічки «Таємний гвардієць імператриці».
Я дуже задоволений, що якраз Олександр Споринський приєднався до нашого проєкту. Він написав музику, це дописує дещо. Картина буде така екшен свого часу. Ідея чудова, динаміка карколомна. Фільм кольоровий. Мабуть, найважче серед цього свята натхнення – знайти жінку, яка б встигала за думками цілого оркестру талантів і інтересів Споринського. Світлану Комісарову важко здивувати. Стосунки з Олександром виховали у спортсменки життєве кредо. Можливо, все. Познайомилися ми з ним на професіональній почві, тому що я по професії хореограф спортивний, і ми з ним багато разів співпрацювали. Мне кажется, что его, так скажем, увлечение детской музыкой, оно идет от того, что сам он по натуре большой ребенок. Он с детьми очень прекрасно общается, не только со своими, и вообще с детьми. Он их очень хорошо понимает, считает, что они все дети от рождения очень талантливые, и только надо дать им возможность, так скажем, этот талант проявить. На мой взгляд, это единственный композитор, который может так понимать детей, как понимает Саша. Изумительно просто. Саша, так держать, и творческих успехов тебе и многие лет. Браво! Со своими детьми он прекрасный отец. Он никогда их не насилует своими какими-то увлечениями. Он играет в их игры, при этом обучая своим играм. Купив им компьютеры, он не только ввел им какие-то образовательные программы, какие-то игры, он их и научил, так скажем, пользоваться им в полную силу, в полную меру. А эту машину уж, как он, наверное, мало из людей, кто знает так хорошо. У него в голове всегда море идей и проектов, которые он иногда незамедлительно начинает приводить в жизнь. Это бывает и 2 часа ночи, это бывает и 5 часов утра. А иногда это затягивается на несколько бессонных недель и месяцев, например, даже как это было с созданием диска «Чары Купальской ночи». Дуджериду и украинская флейточка превращаются в какой-то совершенно необычный микс. Что это за работа? Переходим к следующему элементу. А здесь у меня прописаны фантастические ударные. Это ансамбль ударных инструментов. Те, що Споринський прийшов в українську культуру, в українську музику, відчули сьогодні, як український митець. І він зробив дуже багато. Мені довелося кілька разів з ним працювати, і я би сказав, що це людина, яка творча і конкретно сьогодні працює на українську культуру.